Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Я же делюсь с вами только информацией. Это видео по латиноамериканской криптомонете Меркоин. Она только появилась на бирже. Вот. И стоит, конечно, не так дорого. У меня есть видео по этой криптомонете на канале. Кому интересно, посмотрите. Значит, регистрация здесь простая, я говорила уже в прошлом видео. Здесь появляется, вот у меня уже, я собрала монетку. Будет вот у меня коричневая такая полоса. Появится зеленая полоса, на нее нажимаете. И раз в 2 часа начисляют по 0,5 этой монеты. Значит, здесь вот нажимаете, будет это выход. Здесь... ну что-то профиля, значит, тут у меня баланс по нулям, у меня 30 монет я насобирала и уже проверила монетку на вывод, монетка сразу инстантом на кошелек у меня пошла. Я думала, нужно будет ждать какое-то время. Нет, мне вот здесь высветилась надпись, что проверьте свой кошелек, монета выплачена. Значит, тут здесь минимум вывод минимальный 20 монеток. Сюда вбиваю, ну, как при регистрации адрес. Но здесь можно как бы адрес поменять. Вот, но пока монета на одной бирже. Вот сюда сохранить, вот сюда нажимать вывод. Сюда я нажала, у меня монетка вывелась сразу. Так, что еще по монете? Это я хотела сказать. Вот это партнерская ссылочка. Кому интересно, я оставлю свое под видео. И так, кошелек вот здесь можно валет скачать, но я не скачивала. Я брала номер кошелька на бирже, вот на этой бирже я брала. Вот так это она называется. Так, значит, сейчас я скопирую вот этот Меркоин. Копировать, перехожу на биржу. Так, и смотрите, вот это маркет, вот валет нажимаем, так, и сюда я сейчас загрузится, вбиваю вот этот Меркоин, сейчас он у меня появится. Вот сразу. Сумма вот здесь, тотал всего, смотрите, 270 сатошиков, не так много. Но тем не менее, вот у меня мои монетки, 30 монеток. Прибыли. Далее, что мы делаем? Ой. Ага, баланс появился. Сейчас я вам покажу, как тут валет. Запуталась я в своем, на своей бирже. Так, валет. Так, вбиваю Меркоин. Как взять адрес, сейчас я вам покажу. Значит, вот мои монетки, нажимаем вот сюда МРН. И будет что-то вроде вот нашего кошелечка. И сгенерируется сразу адрес. Вот он, депозит. Вот этот адрес я вставляла на кран. И на него собирала. И вот мои монетки. Вот внизу баланс мой. Вот он тут сразу появляется. И в БТЦ торгуется как бы в валютной паре с биткоином. Ну, а потом будем как бы делать обмен и менять уже на сатошики и так далее. Уже реализовывать реальные деньги. Как бы кран платит. Она стоит, по-моему, 9 сатошиков одна монета. Да, 9 сатошиков. Не сильно она и дорогая, как бы, да. Но, тем не менее, монета молодая. Я думаю, есть у нее шансы. То, что она вырастет.
Будем надеяться. На этом все. Смотрите сами. Нравится, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.